Ну что ж, коллеги, это действительно необычный формат и формат общения. Да и само мероприятие скорее немного отличается от того формата, в котором привык, что ли, работать бизнес. Но я решил сделать даже не доклад, а какое-то обсуждение или рассуждение, поделиться опытом, как делаем это мы. Я назвал его «Дизайн проектирования будущего компании». И построено оно на некоторой практике, которую мы используем внутри компании для того, чтобы понять, как все будет, и понять, как нам нужно двигаться. В общем, о чем мы будем говорить? Сейчас все говорят о том, что все плохо, действительно упало, и действительно этот кризис будет один из самых сложных. Но прогнозировать сложно, и я уже несколько докладов предыдущих слушал на синергии, и не знаю, мне кажется, это вообще почти бесполезно строить такие прогнозы. На мой взгляд, нужно суметь построить некую модель будущего, причем очень спокойную, такую неэмоциональную, и в этой модели представить место своей компании. И подготовить, и выработать вектор, направление, в котором нужно бежать, стоять, сидеть, как говорил классик, ползти, или даже просто лежать в этом направлении. И тогда эта деятельность может привести вас вот в том будущем к правильному выводу. Итак, о чем вообще речь? Как построить обсуждение? Я называю это такие небольшие короткие сессии либо с коллегами, либо с партнерами. То есть я собираю встречу, иногда на видео, иногда на телефоне, 3-4 человека, обычно не больше. Мы располагаемся, и я произношу им некоторые слова, такую вводную. Я им говорю, что, слушайте, давайте поговорим о том, что будет после всех этих карантинов. То есть то, что происходит сейчас, карантин, длительность, это неинтересно и это не важно. Давайте попробуем представить момент, когда новости пестрят заголовками. Число заболевших уменьшается. Больше ни один человек не умер. Карантин завершится через неделю. И что-то вот такого рода. То есть если все это происходит, мы должны говорить вот именно об этом моменте. Жизнь не заканчивается на эпидемии, она продолжится. Да, скорее всего, она уже точно не будет такой же, как прежде. А вот именно какой она должна быть, это вопрос. Будут люди, будет бизнес, будут новые отношения. И наша цель с вами, я так это говорю своим собеседникам, представить вот этот момент, смоделировать место нашей компании, попробовать понять, а наши продукты подходят к тому будущему или нет. Нужно ли нам поменять эти продукты, а может быть, нам нужно придумать новые продукты. Еще я прошу своих собеседников высказывать свои мысли, но не спорить. Ну, то есть высказывать до степени, чтобы мы вас поняли. И я дальше их записываю в записнушечку. Я открываю телефон и просто записываю эти мысли. И так мы обычно проводим час-два, и эти обсуждения, эти мысли, обмен этими идеями бывают фантастически полезными, фантастически интересными. Я расскажу вам, как это у нас получилось, поделюсь некоторыми нашими выводами. Ну, еще небольшой момент очень важно, когда вы организуете такую встречу, научиться думать о своей компании не как о своей. Вообще, это, наверное, не совершенно не случайно, что врачам нельзя лечить самих себя. Потому как мы не можем быть сторонними наблюдателями к своей компании. Если это вам не удается прямо отстраниться и встать в стороне, попробуйте обсуждать вообще другую компанию. Ну, вот есть у вас какой-то конкурент злобный. Представьте, что вы его сотрудник или ну, еще что-нибудь. То есть попробуйте встать на место другого игрока. Или самое, конечно, лучше – выйти. В этом смысле, кстати, очень помогает привлечение людей, которые не сотрудники вашей компании. Я приглашал друзей, экономистов, старого бизнес-тренера, с которым мы давно общались и который учил нас. И я стараюсь собирать разных людей из разных профильных бизнесов, потому что взгляд у них совершенно разный. Ритейлер говорит одно, экономист другое, а мы, как айтишники, третье. И так формируется картина.
Итак, всего несколько правил, прежде чем начнем, которые вам стоит использовать, чтобы организовать такие дизайн-встречи. Во-первых, вы собираете 3-4 человека, которые умеют нормально, доверительно общаться. Это сотрудники либо внешние гости. Говорите о моменте выхода из пандемии. Говорите не о своей компании, а говорите о рынке, о мире или вообще о компании вашего профиля. Записывайте мысли, как поменяется мир и отношения, и записывайте мысли про новые потребности и продукты вашей компании в этом новом мире. Ну и сейчас я познакомлю вас с тем, какие заметки я делал себе из наших встреч. У меня вот за последнее время состоялось 5 таких встреч, и они были очень любопытными. И, ну, пожалуй, я был единственным связующим звеном между этими участниками, но у меня получился единый список, который, ну, для меня в том или ином виде моделирует будущее, в котором окажется наша компания через несколько месяцев. Ну и так. У меня появилось даже целых несколько секций. Первая – коронавирус. Но не про самую эпидемию мы обсуждали, а самый главный вывод, который мы сделали, что коронавирус и вообще весь этот опыт останется с нами теперь навсегда. И теперь в любой бизнес-сценарий мы будем озвучивать этот вопрос. А если опять карантин? А если опять эпидемия? Вот мы собираем новую бизнес-модель, строим новый продукт, бизнес-планы, и мы будем это учитывать. Это значит, что этот фактор нужно учитывать как влияющий на построение. И тот опыт, который мы получим, будет также влиять. И вопрос будет звучать, как нам построить работу, чтобы при новом карантине не оказаться у разбитого корыта, чтобы это все не развалилось в одночасье. Хороший вопрос. Следующий вывод, с которым мы все, по сути, согласились, и это было почти 4 недели назад, а сейчас уже первые даже подтверждения пришли. Карантин по людям, либо карантин по компаниям. Чуть кашлянул, сразу на карантин. В любой непонятной ситуации карантин. В компании есть один заболевший, всю компанию на карантин. То есть не, может не быть карантина в стране, но будут меры, по которым компанию будут или человека сразу же отправлять. Да, будут тесты, другие вещи, но тем не менее. Задача работать из дома, задача работать из карантина и при этом не разваливаться. Ну и как следствие мы себе записали, что онлайн-офис, удаленка, все теперь это не прихоть, а обязательная часть для бизнеса. Следующая секция, о которой мы размышляли и которой у нас появились тезисы, это открытие границ. И мы все единодушны. Открытие границ будет очень долгим. Во-первых, неравномерное вылечивание. Одна страна вылечилась, другая еще в процессе. Открываться рано. Будут рецидивы. Кто-то поторопился, открыл и получил возврат. И, скорее всего, контроль на границах всех проезжающих с тестами, контроль внутри территории. Возможно, ограничение части свобод для контроля эпидемии. Особенно для тех, кто въехал в страну, их могут трекать и отдельно просматривать. И вот это долгое открытие границ, возможно, никогда даже полностью, это будет существенным изменением. И позже у меня еще прозвучит тезис протекционизма, это будет очень сильно влиять. Возможно, появление программ мониторинга иностранцев внутри страны, либо приезжающих, выезжающих. И, возможно, изменится логистика. Вот чем отличаются собеседники из ритейла или из других типов бизнеса? Изменится, говорит ритейл, изменится логистика. Груз будут довозить до границы, менять грузовик, а сам контейнер двигать дальше, то есть в транзитной зоне. Говорят, что такое уже работало в Хабаровском крае, с Китаем. Любопытно. Следующая секция – экономический кризис. И мы рассуждали, что наш прогноз, что до 40% мирового ВВП мы можем потерять в ближайший год-два. И провал этот не локальный, не маленький, но на 3-5 лет как минимум. И это, по сути, будет главная проблема. То есть пандемия – это пройдет, и научимся с ней жить и работать. А вот кризис – это будет главная долгосрочная проблема для бизнеса. И это нужно считать основной точкой для обсуждения. Но текущий кризис – это не война, инфраструктура не будет разрушена, но восстановление будет долгим.
Кризис глубокий, но ничем не отличается от других. То есть, по сути, в экономической основе, вот я отдельно с экономистом обсуждал, будут ли какие-то предпосылки для того, чтобы можно было переделить рынки каким-то особенным образом. И мы сошлись в предположении, что классический кризис, такие уже случались. И мы в России в 90-х годах проходили очень похожее объемное падение ВВП, навыки у нас сохранились, методы, и у нас есть неопределенный опыт. Но в целом нужно готовиться к такому жесткому сценарию. Все, что жизнеспособно и полезно, выживет. Все, что было перекредитовано, будет испытывать огромные сложности. Возможно, передел активов. Вот. Тут многие согласились, что ценные активы будут переходить. И у кого не было запасов, кто не смог найти интервал для выживания, активы эти будут подвергаться, ну, достаточно большому давлению. Но фундаментально ничего не изменилось. Люди такие же, принципы коммуникации, условия, все такое же. Кризис, это тоже, я считаю, очень интересная была находка. Кризис не создает новые тренды, а кризис укрепляет ранее начатые тренды. То есть, скорее всего, то, что только находилось в зачатке, но приносит эффективность, как те же видеозвонки, становится уже не просто трендом, а обязательной историей. Да, теперь люди будут вот так проходить сопротивление. Непривычно слово уже больше не будет работать. Следующая секция – рынок труда. Наверное, самый интересный вывод, что много лет следующих работа будет самой большой ценностью. То есть нормальная компания и возможность реализоваться и приносить пользу будет в большой цене. Сотрудники начинают капризничать, будут менять. Заниматься мотивацией будет слишком дорого. В цене будут самомотивирующиеся и результативные. И это непривычно, и к этому нужно будет многим привыкать и перестроиться. И еще любопытный тренд, нам кажется, что не будет больше разговоров про разделение личного и работы. В общем, никакого баланса. Об этом дискуссия закроется. Это не в смысле, что мы будем работать сильно особенно много. Да, наверняка, но скорее сотрется граница между рабочим временем личным, и вот этот день, он станет такой как бы пронизан разными составляющими. Особенно, когда речь будет идти про удаленный сценарий. Отдельно мы посмотрели на компанию. Что может и что изменится внутри компании? Отношения сотрудник-сотрудник. Как можно меньше реальных контактов. Меньше командировок, больше видеозвонков, видеочаты как основа коммуникации и общения. Мобильный. Пульт управления компанией. Банк, задачи, видео, увольнения, приемы, процессы. Все должно выполняться и будет выполняться с мобильного. Роль мобильников станет еще выше. Новая структура компании. Высокие, большие субординации будут заменяться, ну я это назвал, иерархиями компетенций. То есть быстрое принятие решений и быстрое вымывание тех, кто ничего не делает и много болтает. Роль офиса как института, как здания будет снижаться. Много пустующих помещений появится, офис останется местом производства, скорее, для ряда компаний обязательно, но как место коммуникации, скорее, нет. Я думаю, что люди даже сохраняют привычку делать видеозвонки, если они находятся на разных этажах компании. То есть им будет это проще, собрать 3-4 человека, чем разбегаться и искать эту переговорку. Государство узаконит электронный документооборот. И те проблемы, которые есть, скорее всего, будут преодолены. Рабочие кабинеты в квартирах, у нас появилась такая мысль. И здесь прям даже новый рынок. Утепление балкона, оборудование кондиционерами и задними фонами. Редизайн помещений. Да, скорее всего, это может стать, ну, неким новым трендом в строительстве. Виртуальные фоны для видео, звонков, мыльники, скины, одежда, нейронки. Тут будет активный и очень быстро развивающийся рынок. Наушники, микрофоны с узким радиусом действия, чтобы исключить детей, собак, близких и так далее. Только готовые IT-решения. Да,
То есть компании будут стремиться покупать как можно более готовым. Облака станут сильно доминировать над внутренними решениями. Облачный тренд, ну чего далеко ходить, последние два месяца он очень виден. Поэтому быстро развернуть, ввести в эксплуатацию и допиливать по дороге, если нужно. Инструменты оценки эффективности рабочего времени, приложения, географический контроль. В общем, оценивать эффективность людей, потому что нужно будет держать команду все время в таком, в результативном состоянии. Но главное – быстро обсуждать, быстро решать, быстро выполнять, увольнять неэффективно. Множество инструментов совместной работы. Надо будет общаться, и конкуренция здесь обострится. И Bittrex24, и Google, и Microsoft – все будут делать большие комплекты и наборы для удаленной среды. Ну и, возможно, консолидация рынка. Скупка активов, объединение вокруг эффективных игроков, либо которые располагают заметным кэшем. Отдельное направление нашего размышления было понять, какими будут продажи. Они точно никуда не уйдут. Из-за после того, когда будет ликвидирован дефицит производства, будет дефицит по продажам, потому что вообще покупательский спрос будет низкий. Тем не менее, новые продажи и новые модели продаж – это меньше контактов с клиентом, покупать товар и рассказывать удаленно, и сайты, и выкладка, и да, интернет-магазины, и виртуальные гиды, и, может быть, видеопродажи. Когда вы соединяетесь по видео с продавцом, он вам все показывает в салоне, доставляет и выполняет. Продал, рассчитался удаленно. И вот все, что позволит оплата по СМС, по QR-кодам, по самым другим вариантам, все это должно процветать, потому что расчеты должны происходить очень быстро и легко. Еще больше глобализации под фабрики производителей, под marketplace. Amazon, Озон, Али, Сбер. У них есть определенная тенденция, но есть и обратный вектор, который будет играть в другую сторону. Ну и безнал. Как я уже сказал, везде безнал. Ну, какие еще были секции? Государство и налоги. Очень любопытно было на эту тему порассуждать с разными людьми. Системы поддержки малого и среднего бизнеса обязательно будут, но они будут разными у всех стран. Я не сторонник сбрасывать деньги с вертолета, но кое-где это начнется. В некоторых странах это будет происходить. Почти наверняка нас ждет безусловный вмененный доход, за которым может последовать гиперинфляция, возможно, даже в мировом масштабе. В некоторых странах возможен банковский кризис. По России скорее мы спокойны, а вот по миру есть определенные беспокойства. И как в старые времена, гиперинфляцию, деньги на счетах – это проблема. Деньги при гиперинфляции должны двигаться, быть в товаре и так далее. Ну, мы это проходили когда-то. Вот очень важная тенденция – протекционизм во всех видах. Причем этот метод проработал всегда при выходах из всех предыдущих кризисов. Протекционизм и не только в нашей стране, во многих других, и защита, территория защиты производителей. Отсюда возможен и рост производителей, и специальные системы поддержки тех, кто производит товары. Упрощение налоговых систем. Мы даже предположили, что банки могут стать налоговым агентом. Думаем, что будет налог на кроссбордер снижен до $20. Государству, в общем, пора этим вопросом заняться, это очень актуально. Резкий рост внутреннего производства и ограничение на движение капиталов между странами. В общем-то, уже это произошло и будет развиваться. Ну и, наверное, секция в завершении, которая была связана с продвижением. Мы задавались вопросом, а что изменится в этом вопросе? Без маркетинга не получится делить рынки, а все будут этого хотеть, поэтому онлайн, продвижение в онлайн. Но там уже и продолжится снижение цены, и при этом сильнейшее падение эффективности. Поэтому онлайн упадет и по ценам, но останется все равно самым точечным, целевым образом контакта. И все, что будет работать, лукалайки по телефону, все эти инструменты уже есть, но критерии оценки эффективности, они будут играть решающую роль. То есть определять, какие онлайн-инструменты эффективны или нет, здесь нас ждет большие изменения. Мы предполагаем, что и CRM, и интернет-магазины станут обязательным атрибутом для отделов продаж и будут развиваться, хотя сам термин, скорее всего, изменится.
продажа про СМС, ну и очень небольшой отскок офлайн. Скорее всего, онлайн будет основным инструментом. Ну, это вот такие вот наши заметки. Я думаю, что если вы по такой простой очень методике организуете обсуждение со своими коллегами, со своими друзьями, либо другими предпринимателями, то вы сформируете для себя, ну, достаточно яркую картину, спокойную картину, в которой вы сможете в дальнейшем очень легко представить свою компанию. Вот, а в этом будущем мне нужно что-то менять? Или достаточно просто все открыть, запустить, и оно все будет работать? Либо мне нужно запускать какие-то новые инструменты, чтобы в следующий раз, когда это сработает, я мог работать с этими клиентами эффективнее и правильнее. Может быть, мне нужно придумать какой-то новый продукт. Да, это очень важно. Очень похожий доклад я делал для наших партнеров по Bittrex24, и они задавали вопрос, а какие у вас цели? Наша цель – расти. Расти, причем расти как можно больше и быстрее, мы продаем на весь мир. В тех странах, где кризис уже давно и на несколько недель раньше, мы растем больше 100%, почти по всем рынкам. И это, конечно, фантастически. Италия, Германия, испаноговорящий мир, США. На российском рынке мы в апреле растем больше 50%, и раньше еще было больше. Одним словом, наша задача расширяться и увеличиваться. У нас большая рекламная кампания запланирована на апрель, мы будем продолжать в этом духе работать. Одним словом, я рекомендую вам построить такую модель. Спокойную, логичную, простую для будущего. Обсудить ее с партнерами, обсудить со своими коллегами и начать работать. С завтрашнего дня выводите себе расписание с 9 до 18. Неважно, что мы на карантине. Вы собираете людей, начинаете процессы, ставите задачи, проводите моделирование. Выбираете себе план на месяц, короткую итерацию. Осуществили, устроили опять сессию, опять поговорили, поменяли план. И в результате, когда все будет только завершаться и большинство будет только думать, как выходить, вы будете на несколько месяцев впереди. У меня все. Спасибо большое, коллеги. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, я от лица всех зрителей благодарю вас за, может быть, даже не совсем обычный взгляд в текущих условиях, потому что сейчас мы видим у многих предпринимателей, у многих бизнесменов очень, даже если они сохраняют позитивный настрой, все равно очень напряженное состояние. Я так понимаю, что вы предлагаете более планомерные, более фундаментальные шаги. Я предлагаю не зацикливаться на текущем моменте. Еще раз подчеркну, с текущим в том или ином виде все понятно. Переместите точку проектирования за кризис, за пандемию. Это, в общем-то, даже не важно, какой это будет месяц. Попробуйте подмоделировать, что будет летом и к концу лета. Осень. Да, многие говорят, будут повторы. Меньше, но будут повторы. Но это значит, будут карантины, значит, возможны риски. Вы просто подумайте, как для вас это должно сказаться. Вот какие-то общие такие формулировки или наш взгляд я озвучил. Но я думаю, что каждая компания сможет построить вот такую картину ключевых тезисов для себя. Ну вот такой вопрос. У многих бизнесов текущих, к сожалению, нету запасов, на которые они смогли бы прожить долго или, по крайней мере, они не могут планировать. Ну, с ними более-менее понятно, там какие-то антикризисные меры, про которые в том числе и предыдущие спикеры говорили. Но как вы думаете, для тех компаний, у которых некоторый запас есть, ну, допустим, на 2-3 месяца жизни, 4 месяца, насколько им этот запас сейчас рискованно инвестировать в какие-то новые модели? Или им все-таки притаиться и просидеть в их надеясь, что будет какое-то восстановление? Во-первых, сразу скажу, сидеть, ждать, что будет восстановление, абсолютно проигрышная стратегия. Вот это главная мысль, опять же, которую надо вынести. Работать, действовать и меняться надо сегодня. И могу привести пример. Есть у меня вот один из моих собеседников, ну просто великолепный ресторатор, у которого
не помню, 13-15 этих ресторанов, и остановка, вот уж кого точно зацепило, да, это ресторан, да. Он не только не упал духом, он, во-первых, у каждого, подчеркну мысль, у каждого есть внутренние резервы, они просто не до конца понятны. Ну, например, у нас есть большая стоимость аренды, и нам ее не снизят. А вы говорили с арендатором? Он пошел к арендаторам, со всеми сел, поговорил, и с большинством договорился на разделение прибыли от новых сценариев работы. Потому что с той стороны оказались тоже адекватные люди. Окей, у него 700 человек, половина оказываются без работы. Как мне задействовать? Окей, мы сделаем из них курьеров. Мы примем, начнем принимать заказы. Мы начнем делать полуфабрикаты. Мы начнем делать готовые обеды. И за несколько недель он перестроил текущую модель. Я не думаю, что они сейчас положительны. Но все люди сейчас работают. У него отрегулированы отношения, те, по которым вообще ожидался провал и, ну, непонятность была. То есть никак это не может работать. Здесь очень важна воля и отношения. Вы приходите нетребовательны тому же арендатору. Вы говорите, смотри, да, возможно, мы уйдем, но мы все проиграем. И ты не найдешь долго никого. Выберите правильную, конструктивную политику. Снизить на 20, на 30 я не могу прогнозировать. Давай так, я столько заработал, и мы делим это вот пополам, или, например, вот эту вот часть. Сейчас не про прибыль, сейчас сохранить. И я тебе плачу столько от того, что мне удалось заработать. И это будет честно. И вот таких стратегий много. Есть стратегии с сотрудниками. Вы не можете платить текущий формат, но и они работу не найдут. Договаривайтесь. Кто-то выбирает стратегию по взаимному снижению зарплат. Кто-то меняет бизнес-модель, по-другому использует людей, но дальше двигается. Но все это, все лежит поперек главному тезису. Не сидеть ровно, двигаться в направлении, лежать, ползти в направлении, в изменения. И тогда это не гарантия, но это в большинстве своем сработает, я уверен. А вы сейчас сокращаете сотрудников или вы наоборот наращиваете? Мы набираем людей. Набираете? Мы набираем людей, особенно на международные рынки. Кстати, появились специалисты, которых нам было раньше очень тяжело искать. Мы набираем разработчиков. То есть у нас нет стратегии на сокращение. Наоборот, мы даже ресурсы, мощностей, оборудования закупаем в больше. Потому как... Но мы тоже произвели изменения стратегии. Вообще первую стратегическую сессию мы провели, когда появились первые симптомы по Италии. Вот только появились итальянские новости, я собрал компанию и сказал, что, ребят, за Италией последует вся Европа и мы. Вариантов нет, потому что границ нет. И мы разработали план, мы составили новую структуру релиза, изменили продукт и ввели бесплатный план. У нас он раньше был на 12 человек, а теперь мы его сделали неограниченным по пользователям, чтобы помочь другим компаниям уйти в онлайн. И все это сработало. А потом еще дважды мы собирались, перестраивали новые планы и будем делать теперь это регулярно. Но получается, что ваша компания в некотором смысле бенефициар этого кризиса, и заранее вы заняли, так предвидели. Я бы сказал, что это выигрыш, да, там происходят существенные изменения, очень большие изменения, но да, есть преимущество, у нас там есть разные продукты в том числе, но мы действительно в очень хорошем и устойчивом положении, и еще в устойчивом, потому что мы по миру, и тут нам очень помогает, что мы видим, например, реакцию бизнесов на несколько, ну, например, на месяц до того, как у нас начался серьезный карантин. Вот мы видим Германию или мы видим Италию. Первые несколько недель паралич. То есть прям снижение активности. Мы не знаем, что делать. И давайте пересидим, дождемся. Через 3-4 недели, так, это надолго, ждать бесполезно, поехали работать. И начинают регистрировать, всех приглашают, собирают, поехали видеозвонки, тебе разработать такой планчик, тебе разработать. И дальше начинается другая форма, но активности бизнеса по построению новых моделей. А как вы думаете, вот
Очевидно, что сейчас многие пошли в онлайн, и, соответственно, ваш продукт стал еще более интересен, хотя он и до этого достаточно все-таки популярные продукты. Но мы понимаем, что получится в онлайне не у всех, и выживут не все. Не опасаетесь ли вы или готовите ли вы какой-то план и какую-то модель на момент, когда вот этот вот рост все-таки где-то должен откатиться? Я всегда говорю, что инструмент не может заменить волю руководителя. Да, уход в онлайн и инструмент, и Bittrex 24 – это инструмент. Чтобы его взять сам и поменять компанию, недостаточно просто инструмент. Нужна воля и направленность. И поэтому вообще мой доклад не про инструмент, а про то, что вы должны вот эту волю проецировать, вы должны двигаться и менять свою компанию. И получится не уйти в онлайн, а не получится найти свое место в новых стратегиях, да? Не получится построить модели. А так теперь у всех все получается. Вы знаете, если раньше сопротивлялись, я не хочу, это как-то сложно, сейчас больше нет такого разговора. Сейчас да. Надо, и все осваиваются, и главное, преодолеваются препятствия. Домой делается нормальный интернет, задник наклеили на балконе, сделали красивую картинку, и все работает. Такой эксперимент даже сложно было себе представить вообще в будущем. И это не потеряется. Ты потом спрашиваешь руководителя, ну как вам на удаленке-то? Они через 2 недели говорят, а ты знаешь, в этом есть так много плюсов. Ты там переговорку раньше резервировал, искал, а сейчас раз там 4 человека, вы уже разговариваете, вы за 20 минут поговорили, отключились с видео, и все, и вы все решили. А раньше на 2 часа бы мы потратили на эту коммуникацию. А вы в ваших компаниях многих сотрудников перевели на удаленный доступ, на удаленную работу? Мы 400 человек перевели на удаленке. У нас все работают из дома. Почти. И у вас какие у вас планы по их возвращению или невозвращению? Какой смысл строить планы, когда они от нас не зависят? Может быть, какие-то мысли все-таки? Нет, мы вообще не строим планы по этому поводу и считаем, что мы в целом даже вырастили эффективно сейчас. Это очень странно звучит. Вообще люди понимают ответственность момента, понимают, что многие бизнесы от нас зависят, и мы стараемся сделать намного больше даже, чем мы делали. Это не только изменение продуктов, это больше объем производства. И проектирование работает сильно лучше, и разработка. Есть нюансы, но они решаются. Ну вот и финальный вопрос вам задам, исходя из вашего ответа. Можете ли вы дать совет предпринимателям, у которых сотрудники сейчас, понятно, что они, часть сотрудников приходится сокращать, к сожалению, части сотрудникам каким-то образом менять мотивацию. Как сохранить боевой дух в коллективе? Как в таких условиях избежать уныния в оставшейся части коллектива, которые тоже понимают, что риск быть уволенными есть и у них через какое-то время? Ну, на мой взгляд, есть только один ответ – это честность. Честность и прозрачность. Да, это устроено вот сейчас вот так. Я помню 2008 год, мы тогда делали прям большое собрание, и я говорил, что если будет хуже, вот до такой планки упадет, например, мы, правда, тогда не упали, а выросли в тот год, но мы готовились, я говорил, что если мы будем падать, значит, до вот этой планки мы всем, без исключения, включая топов, снижаем зарплату в равных долях. Вот после этой планки мы начинаем сокращать. К сожалению, это будет так, потому что я честно описывал, здесь будет такая ситуация, здесь такая. Если мы вместе с вами сможем вытянуть, значит, будет такой сценарий. Не сможем, значит, будет такой. И я думаю, что честность и понятность – это то, что помогает в том числе людям прогнозировать свое будущее. Не ожидать, не подвешенным в состоянии быть, а тоже работать. Ну и не питать иллюзий, видимо. Лишь. Да, во многом. Очень четкая прозрачная позиция, она всегда помогает выбрать следующий шаг. Я вас искренне благодарю за ответы и за ваше выступление.